Вот эти кадры сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Появилось видео перехвата истребителя НАТО российским Су-27. Видно, как F-15 подлетает к российскому правительственному лайнеру ближе, чем это позволено международными правилами. В этот момент к нарушителю приближаются Су-27 и одним профессиональным движением отгоняет натовский борт. Пользователи, среди которых есть военные летчики, отмечают высокий профессионализм российских пилотов.